Он высказывался очень откровенно, потому что он патриот России, глубоко приверженный любви к своей стране и обеспокоенный тем, что страна выбрала курс, который отразится на ее будущем, а также заставила сомневаться в том, останется ли она вообще местом, где можно нормально жить. Он высказывался против войны, потому что это именно война, а не какая-то специальная военная операция. Никто вообще не знает, что эти слова означают, кроме, может быть, Владимира Путина, который, похоже, сам себе эти слова говорит. Так что именно это и послужило, я думаю, причиной для его ареста. Я не верю, что эти полицейские просто оказались около его дома, а он начал вдруг менять траекторию движения и ускорять шаг. Он получил 15 суток ареста, и я надеюсь, что он после этих 15 дней выйдет на свободу, и ему ничего не добавят. Я реально беспокоюсь, что этот арест будет просто временем, в течение которого они будут решать, что с ним делать. Я буду приятно удивлен, если они ограничатся этими 15 сутками, и после этого ему будет позволено выйти на свободу.